фотографии. Можно поближе. Хотите, в тенечке оставайтесь. День жаркий. Кому как удобно. Я вас поздравляю с сегодняшним праздником, великим праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю всех вас, кто пришел на это место, где стоял огромный красивый собор Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, построенный вашими предками, а не строили, кто здесь живет. Так что частичка труда ваш тоже есть. Но, наверное, сейчас самый главный труд – это помолиться здесь, на этом месте, чтобы Господь сподобил нам воздвигнуть здесь приличное этому месту храм, Вознесение Господне, о котором мы молимся, когда совершаем здесь божественные литургии каждый четверг. Мы молимся об этом, еще молимся, ежепославие Божие, воссоздайтесь на месте всем храму Святаго Вознесения. В храме христианин, а вне храма я могу жить как могу. Мы видим, что как хочу и как могу. Мы видим, как люди, приезжающие именно вот к святым мощам, исповедуют нашу с вами веру, реально исповедуют. И вот мы с вами тоже здесь собрались, чтобы что? Тоже исповедовать нашу веру. Я не предполагал, что здесь будет много народу сегодня соберется. Конечно, великий праздник, были совершены божественные литургии. Кто-то устал, у кого-то дела какие-то еще. Ведь день, по сути, будет такой. Вот, нужно их делать. Но я благодарю всех, кто сегодня здесь собрался, кто понимает важность сегодняшнего момента и молитвы. Здесь радостно, когда множество ребятишек собралось на последний звонок, и был ослужен молебен, и они благословились перед началом экзаменов, экзаменационных сессий своей, учебной такой, так можно называть, выпускной сессии, просто пришли помолиться со своими родителями. Это тоже о многом, конечно, говорит, что это входит в сознание нашего народа. Пусть трудно, пусть тяжело, пусть кто-то этого не хочет, чтобы это входило в сознание нашего народа, но это помимо воли нашей и наших как противников, оппонентов, это происходит. Потому что вера, она живая. И это самое главное. И она касается нас всех. От малого до великого. С праздником вас! Благослови, Владыко! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь и Господи речь, яко благ, яко век милость Его. Благослови, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Чтобы душами, а именем Господним противлякся и... Господи, веся нам, Господи, гряды во имя Господне. И умру, но жив буду, и повеем дела Господня. Господи, веся нам, Господи, гряды во имя Господне. Там негоже, непригоже, зиждущийся и близко главу угла, от Господа быси и издивим в очи всех наших. Господи, явися нам, Господи, гряды во имя Господне. Благослови Господи, 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 Господь,
Святым учеником Христи похвала, и присоединиться мир невороченная, не жуга при всякой молитве, и ветоша ноги, священному Твоему покрову прилегающе, слава Святому и Святому, Отца и Святому Слове, и Духа Святого Благовеще, Троице Святая и Спаси души наша, и ныне и пресно, и на веки веков, аминь, и возрежденно, и отъединно, благословенная Богородице, надеющиеся на Тебя не погибли, долго избавимся Тобою, Дверь, Ты вынеси спасение рода христианского. Господу помолимся. Господи, помилуй. Святый си Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ныне наставлены всех освящающие, и праведный Отец судья, то обратися душе к покаянию. Со страхом смерти, через все житие по имени вечера потеня ангел, у Бога да приемлет, но от семени Авраама приемлет. Откуда же тоже вверх всему подобитесь, братья, да милости будете верен первосвященник, нежели Бог. Услыши в мире и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, о святом храме всем и с верой благоговением и страхом Божиим входящих воль, Господу помолимся. О великом Господине и Отце наше, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем, митрополите Германии, и о Господине наше, Преосвященнейшем епископе Елисее, честе пресвитерстве во Христе и Яконстве, и о всем притче люди, Господу помолимся. О богохранимой стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде стране, верой живущих ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, спасение, Господу помолимся. Господи, помилуй. Понеже святитесь Богом силой действием и наисием Святого Духа, Господу помолимся. Яко Господь Бог наш покажет мне сыны и наследники царствия своего, воды сия причащением же и кроплением, Господу помолимся. О, избавиться на всякие скорби, гневы, нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, хранимой благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Престо Деву Марию,
что силы святых лучше, сами себе и друг друга или животных Христу Богу предадим. Подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи Боже наш, великий совет единый в деле, все твари Создателя, храняй завет Твоей милостью любящим Тебя и соблюдающим повеление Твое, всех внуков умиленной приемной слезы. Сего бы ради пришелось и в рай без рации, не привидение нас устрашает, но здравие телу истинное подавает. И глаголи, все здрав был, и к тому не согрешай, но от брения здравы очи соделайся, и умытися поверев, свету вселитеся сотворилося словом, сопротивных страстей волны смущай, и жития сего славное море иссушай, и тяжелоносных сластей укращай волны, сам человека любче царю. Дай нам, снегосветлое дитися одежду, от воды же и духа, и причастием же воды сия, и укроплением Твоим благословением нам не спасли. Скверну страстей умывающей, ей молимся, посети наши блажи, немощи, истри наши недуги душевные же телесные, милостью Твою, молитвами всепречистая и благословенная Владычица наша, Богородица и Преснодева Марии, силой честного животворящего Креста, предстательством честных небесных сил бесплотных, честногославного пророка, Притечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, и живо святых отец наших, великих иерархов и вселенских учителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и живо святых отец наших Афанасия и Кирилла Патриархов Александрийских, и живо святых отца нашего Спиридона, Тринифунского Чудотворца, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Миротистик Чудотворца, и живо святых отец наших, Мефодия и Кирилла Учителей Славянских, святых равноапостольных, великого князя Владимира и великие княгини Российской Ольги, и живо святых отец наших, святителей Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей Московских и всея Руси, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов Московских, Филарета, Иннокентия, святителей Анфима и Серапиона, епископов Сарских, святого священномученика Николая, пресвитера и же Верхнем Гнутове, преподобный Арсений и вне обители уст Медведицкой, святого славного великомученика Георгия Победоносца, святого славного великомученика Дмитрия Мироточивого, святых и добропобедных мучеников, святых и праведных Богу Отец и Аким и Анну, святых славных и чудотворцев, бессеребренников, Косьмы и Демиана, Кира и Анна, Пантелеймона и Ермолая, Самсона и Диамида, Макии и Аникиты, Фалалея и Трифона, святого священномученика Ермогена, патриарха Московского и вся Россия чудотворца, и Божий памятный не совершает, и всех святых Твоих. Спаси, Господи, помилуй, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, господина высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и всякой епископской православной, даруем душевное и душевное здравие, телесное здравие и работу тебе всему христианскому жительству во всей милости Божьей. Помяни, Господи, всякую епископскую православную, право правящих, слово Твое истины, весь священнический, монашеский, иноческий чин и спасение их. Помяни, Господи, ненавидящих и любящих нас, служащих братьев наших, предстоящих и благословным виной отшедших, и заповедавших нам недостойно молитесь о них. Помяни, Господи, в пленении и скорби сущие братья наши, и помилуй их, повелиться милости Твоей, всякие нужды избавляя. Яко Ты есть источник исцеления, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, соизначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
всем. И благодарю Твоего. Главы наши, Господи, преклоним. Ибо и все освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, Господи, спаси меня, Дарья, и Твоя сохраняй крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, Господи, Сына Божия, Спасителя наш, упование всех в конце земли, сущих в море до речи, милостих, милостих, будь владыка в грехах наших, как помилуй, милостих, будь человека, любит Бог, есть, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господи, преклони. Тебе, Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бурекал иси пречистыми усты Твоими. Аминь, глаголю вам, яко аще два от вас совещаете на земле о всякой вещи, и я же аще просито будето има от Отца Моего. И же на небесех. И те же бы есть-то два или три собрани во имя Мое, то есть мы посреди их. Не приложены словеса Твоя, Господи, милосердие Твое беспрекладно, и человеколюбие Твоему несть конца. Всего ради молим Тебя, даруй нам, рабом Твоим, согласившимся просить Тебя о воссоздании на месте сем храму Святаго Вознесения Господня. Исполнение нашего прошения. Но обаче, не як уже мы хотим, но як уже Ты, да будет вовеки воля Твоя. Читаем еже на небеса с пречистою Твоею плотью, Божественной.
спасение. Премудрость. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава тебе, Христе Божий, упование наше. И же во славе вознесися от нас на небо, и одесную седой Бога и Отца, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, да по благ и человека любит. Любимые отцы, братья и сестры, кто сегодня здесь собрался вместе помолиться на месте, где возвышался некогда замечательный, великолепный собор Вознесения Господня. Да по вере вашей, да будет вам, только как говорит Господь. И вот мы с вами тоже должны веровать. Ну, по нашей слабенькой вере, но все равно Господь нисходит до нашей такой слабой веры. Вот. И мы это чувствуем, мы это ощущаем, как с ним непреложную, неразрывную с ним связь, когда стремимся к нему. Отходим от него, связь теряется, ниточка рвется, а опять к нему приходим, поворачиваемся к нему, идем к нему, опять связь эта образуется. Ну вот, желаю, дорогие мои, быть вам всегда вместе с нашим Господом и Иисусом Христом. С праздником вас! Спасибо.